плавающих. И ПВОшек наставить. Тут таких, таких. Сколько тут? 66 маловато. Нужно сотню набрать. А потом перейдем на Персивали. Эх. Какой-то недисциплинированный робот. Обижал всех. Я ваш бог, а вы мои апостолы. Апостолы Ареса. Юпитера. Во славу Юпитера. Кстати, а крестовые походы на самом-то деле, они не такие уж и благородные были. Но в первый раз там тупо нищие пробежали по Европе. 20 тысяч нищих. Короче, громили все, дебоширили во славу Господа, поколебали веру остальных ненищих, которые трудились, выращивали побеги там, которые потом вырвали и сожрали эти нищие долбаные. И, в общем, они настолько много принесли Европе бед, что когда они, в общем, дошли до Греции или до куда-то, хотели переплыть, ну, не помню. Суть в том, что их перебили свои же. Это был первый крестовый поход. Отправили за ними рыцари, потому что, ну, бегают нищие, дебоширят во славу Господа, там убивают, крадут еду всякую и типа хотят пойти за гробом Господним. Ну а второй крестовый поход — это рыцари были, но опять же тяжелые рыцари против маневренных этих арабов на конях. Ну тоже, ну в общем, закончился чуть лучше, чем они хотя бы до врагов дошли, эти рыцари. Какой-то король, по-моему, французский, готовил этот поход. Ага-ха. Все, капец вам. Мой командир безопасности. Не густо. Не густо, да? Нужно больше ресурсов. Да скоро вы уже авиацию будете клепать. Уже скоро. Так, ну что тебе еще задать? Еще авиационные заводы строй. Тут как бы нужно постоянно что-то строить. Это главный секрет игры. То есть если ты нифига не строишь, то ты дебил. И ты никогда не выиграешь. Нужно постоянно строить войска, строить здания, быть активным. Пассивы, а не геи. Ну да, пассивные геи. Вот почти сотня. Это уже нормальная армия. Пусть бегут. Шесть FPS. Ай-яй-яй.
Они иногда даже из-за этого глючат. 5, 4, 7 стабильных FPS. Иногда до 6 падает. Когда отдаляешь больше FPS. Да не останавливайтесь вы, просто командира зафокусите и все. Под щитами спрячьтесь, да. Нам все равно нужен только командир. Тридцать семь всего, у твоего брата побольше будет. Его вообще. Силы Серафим на севере уничтожены. Отличная работа, командующий. Меня прямо ослепило. Ну теперь нам эти роботы не нужны. Как жаль. А, вот, сохранить шаблоны. В общем, выбираешь построенное здание, как шаблоны делать. Вот, допустим, выбрал ты здание. Раз. Ну. Но это не шаблон, так как это одно здание. Вот, взял два... А, это шаблоны для войск. А для зданий как делается? Вот, раз, два, через shift. Вот, да, шаблон, сохранить шаблон. И теперь... Где тут наш член профсоюза? И вот теперь у нас есть шаблон. Два ракетных комплекса на вот таком расстоянии. Вот видите, как удобно. И теперь мне отменять эти долбаные роботы нужно. Пошлем их сюда нафиг. Все равно-то войска идут, хоть командующего нет. Да, я ж собирался уничтожить этих чуваков, авианосцев. Прямо слышу, как там эти лазеры все создают.
Лазеры у нас орудия создания, а не орудия разрушения. Ну что, теперь мы... Что бы еще сделать нам? Ну, можно танков амфибии, а можно персивалей попробовать. Низкоскоростной тяжелый штурмовой бот. Для атаки оборонительных сооружений предназначен. Мочи их. У этого ПВО хорошее. Зараза. Вот заразы. Нужно их уничтожить. Соберу побольше штурмовику. Я клянусь, что я их уничтожу. А вот, короче, сохраните строительный шаблон. И теперь, если взять два этих, а нифига. Сейчас попробуем, в общем. Где тут наш чувак построил уже зенитки? О, авиационные заводы, два штука. Можно построить. И они сразу же будут, наверное, изготавливать эти самолеты. Иначе я не понимаю, почему он, этот шаблон, не в постройке. Как я эти зенитки брал? Раз, через пос... А, ну да, через хранилище получается. Да, получается только постройка по шаблону получается. Ой, блин. Получается. Просто у меня уже без 22 часа ночи. Здесь все в порядке. Вот они. Ну не стоять же, блин, этим заводом. Сейчас я заделаю вот так вот. Бабах. И пусть они делаются все. Сейчас будет вообще 5 FPS. 3 FPS будет. Я уже предвижу это чудесное знаменательное событие. И на меня так никто ядерку и не кинул. Это скучно. Если бы кто-то кинул, меня бы откинуло в каменный век. Но опять же, здесь-то я защищен. Надеюсь, у нее есть противоядерная защита. У противников было. Вот стратегическая система противоракетной обороны. А вот уничтоженный генератор щита. Нифига ж себе, сколько их тут уничтожено. Неужели этот щит можно сбить? Я думаю, его нельзя сбить. Вот что мне нравится в этих маленьких танчиках, так это то, что их много. Нужно больше палашей. А базу-то так и не зачистили. Я ее зачищал когда-то, но сейчас как-то неохота. Все равно она нам не мешает. Она дает опыт нашим турелям, оправдывает их существование.
Турели третьего уровня, только у ФЗ есть наземные. У Тибран подводные есть. Ну, торпедники. А вот у Эонов я не знаю, что добавлено. Что у Эонов такое хорошее добавлено в этом обновлении чи добавлении? 15. Ну что ж, попытка не пытка. Нужно отомстить от за братьев и сестер. От братьев и сестер. Ну да, отомстить же, а не примстить или как-то там. От значит от братьев, а не за братьев. Не знаю, чего я это решил. Это даже не всего новый сенсор. И он так сильно действует. Еще хорошо, что... А, это всеволновой как раз. Блин. То я думаю, апгрейдить что ли. Все? Я не понял. Неужели все? Один из двух уничтожен. А где же командующий? Только не говорите, что он под воду спрятался. Я таких ответов не принимаю. Силы Серафим на западе не вынесут новые потери. Продолжайте атаковать. Жестоко это. Они ведь хотели вынести потери. Нужны какие-то воздушные разведчики. Где у них командующий? Куда он спрятался? Эй, ты, выходи, подлый трус. Самолета разведчика сделаем. Мы не сможем вытащить оттуда Берг, пока не разберемся с Серафимом. Конец связи. Ну вы не можете, поэтому вы и разбирайтесь с Серафимами. А я все могу. Но не буду. Может, мне нравится Серафим. Мне за них вообще не давали поиграть. То есть в компании мы за них не поиграем. Может, я отдельно тогда поиграю за них. И выложу, конечно же, на YouTube. Какой смысл играть, тратить свое время и... Ну, то есть... Чисто ради удовольствия? Я не знаю, что такое удовольствие. Меня с детства воспитывали так. Что удовольствия без выхода не бывает. Причем зачастую, когда ты получаешь удовольствие, то выгоду получают все остальные.
Да блин, вас так всех замочат. Залазьте уже. А не это ли наш командующий? А ну-ка, нам нужно ж его зафокусить. Какая-то странно быстро атакующая хрень. Да, это он. И теперь мы его фокусим 10 штурмовичками. И вообще всеми зафокусим. Капец, они сильные. Наконец-то он что-то перестал стрелять. Наверное, залагал. У меня 3 FPS. Я лагаю. Сейчас будет большой взрыв. А взрыв? Черт, этот скользкий ублюдок сбежал отсюда. А, он сбежал, блин. Он сбежал, неважно, он будет уничтожен в другой раз. Командующий, меня операция разорвал совершенно. Соединение и скрылся. Похоже, что его база прекращает функционировать. Так что вам не нужно больше о нем беспокоиться. Эх, ну слава богу. Напряженный рабочий день подходит к концу, а меня так и не повысили с полковника. Я испугалась за свою жизнь. Они помешаны на том, чтобы лишить меня жизни. Но теперь я поняла, как их можно победить. Я встречусь с генералом Холлом и доктором Брэкманом, чтобы начать подготовку. Ты узнаешь больше, когда придет время. Шлюшка ты этакая. Фу. Нам доложили, что двое командующих Серафим высадились на планете. Ну ладно, это мы продолжим позже. А я прощаюсь с вами. С вами был Алексей. Смотрите канал Парадигм, смотрите новые видео. Все будет только лучше и захватывающе. Блин. Ну, в общем, смешнее точно будет. Всем пока!